Мы продолжаем рассказывать вам о нижегородцах, которые не могут вернуться домой из-за пандемии коронавируса. Пятеро жителей Выкса остались на Занзибаре. С острова они не могут вылететь 25 марта. У них закончились путевки, почти не осталось средств на проживание. Сейчас предполагают, что эвакуация будет платная рейсом Аэрофлота, но никаких точных данных о рейсе нет. И нет сведений о цене билета. Мы боимся, что цена билета будет запредельно высокой, и многие туристы просто не смогут его купить. Раньше нам обещали вылет 1 апреля, но теперь этот вылет снят, и опять находимся в неизвестности. Туристы просят о помощи. Они сообщили о проблеме российскому консульству в Танзании, но там не называют конкретных сроков, когда их смогут вывести с острова. В этом месте также находятся более 100 граждан России. Дарья Кульбакина, «Время новостей».